Так, 111-й. Забег на мать. На мать. С ключом на мать. Кстати, хорошо. Вот, с одним хп на мать. Чуть не обосрался его. ZFFQ4V00. Осуждаю тирет, осуждаю скорость. И хочу бомбу. И хочу бомбу срочно. Там хп есть синяя. И хочу его получить. Ну, кстати, тринкет смешной. Может спасти в теории, может дать ласта. Но на это я бы не стал рассчитывать, конечно. На такое лучше, конечно, не рассчитывать. Тут еще в теории может быть этот... Окей, это тоже может меня спасти от смерти. Тут в теории может быть монстр зуб, и это будет присес мне на лицо. И это будет смерть, если я не успею выйти вовремя. Теперь если буду нажимать не в активной руме. Свиток. Чуть не нассали. Рот. Скорость, кайф. Одна копейка. Одна копейка — это маловато. Ну окей. Хорош проки пока. В основном. Удача, ага. Не, бодаться не будем. Не хочу бодаться. Страшно. Слишком страшно. Если будет босс монстра, монстр сядет на монстре или он мне на лицо сядет? Как с каблуком работает? Типа, если ты на ноге нажимаешь ногу, то нога на тебе наебала летит. Ну, вроде там на монстра он прыгает, да. Вроде есть такое. Просто страшно пиздец. Мистер Бумло. Эх, бесполезный прок. Капец ты насрал. Сейчас будут прыгать, конечно, по всей руме. А-а-а! Урод. Живем. Так, кстати, не был в этой. В Сокруме не был. Пойдет. Шли в Сокруму. Там должно быть грация, это, рогация. На этом эмоуте. Надо, чтоб микро его скинул. Блин, бомба так и не получил. Печально. Я не подумал на одном хп, а на двух хп в альтраут. Я уже хуйню открыл. Эти жаба душит. Эти жаба душит. Пошли. Похуй. Я проебал ключ на это. А, 2 хп это не 1 хп, окей. 2 хп мне может хватит. Надеюсь. Окей. Окей, быстрее забирай хп, пока дают хп. Теперь в теории можно планетарий сделать, но опять же, хочу ли я планетарий делать? По-моему, не особо, честно говоря. И теперь хотя бы можно не париться о ключах, что я уже в альтрауте. Тоже плюс. Уф.
Сюда эти синие хп. Сюда их все. Ко мне. О! Здрасте. В смысле решение? Решение уже принято, я же играю дальше. Ну а что там решать? Я пошел вместо сундука на более сложную цель. Раз в 100 ранов. Я не вижу в этом большой проблемы. Нет никаких правил стриков, нет никакой комиссии стриков. Просто каждый решает сам, что он считает правильным. Кто-то считает правильным скипать ТНТ, кто-то считает правильным играть с модами, кто-то считает правильным, как я, он идти в Void раз в 100 ранов. Каждый волен делать, что хочет в этих стриках. По факту правил никаких нету, однозначно. Умел. А, я забыл купить опсы, да? Ну ладно. Ну тут был айтем хорош. Я так стараюсь играть внимательно, блин. Я не ебаный робот, сорян. Если вы можете делать 1000 ранов без ошибок, ну, я за вас рад. Не у всех получается не делать ни одной ошибки за 1000 плюс ранов, тем более, когда эта цель меняется каждый ран. Это не так легко, как кажется. Осечки происходят. А про опсы? Да, опсы это похуй. Опсы это не беда. О, сэкономил. Как раз сэкономил. Блин, босс один из самых, по-моему, душных. Канализация этой. Может, бомбу ему дать. Капец, он долго умирает. Благо эти мухи не дамажат контактно. Какая-то была бы дичь, если бы они еще контактно могли бить. Это был бы такой пиздец. Жесть, просто мне их на лицо садит. Что, охуел? Я уже голова, блядь, кружится, заебал. Давай вторую фазу. Закружил, блядь. Ну еще типа нормальные статы так-то. 4 дэмэш, он 3 тиры. Не прям плохие статы. Все, он умирает полгода просто. Он самый долгий босс здесь. Изначально. Ну-ка. Забодай их. Не хочу бодаться. Ну да, книжка. Книжка норм. Кстати, книжка это бесплатные айтемы. Бесплатный айтем на втором этаже. Это прикольно. Это прикольно. Хочу ли я ключ? Не ключ, хочу ли я карту за 3. А, у меня денег нет. Ладно, забей. 3 копейки, я, по-моему, никак тут не найду. То есть 1 копейку. Но в любом случае. Киппер. Ну ладно. Это собаками учит. Привет, Хога Дога. Да. Ванап это всегда. Всегда берется. Это always take it. Всегда берем. Так, как раз таки страховочка. Ведро! Чуть не добросил. Капец, он душный. Опять ведро. Опа! Это мы фармим, к сожалению. Это мы фармим. Показывай где. Показывай где. Ты заебал, можно в каждом ведре эти твари будут? Еще доп враги. Обожаю, блять. Ну где? Или он типа его пацан, да, уберет, как всегда, по закону подлости. Оно кинет, наверное, последнюю очередь. Бесишь.
Говно, да, можно было сломать, что мне лень. Отвлекаться. Да, он точно последним уберет. Вот тварь, а. Вот тварь. Последняя очередь. Сдохни, блядь, за это. Я его не убил. Ну ладно. Пошел нахер отсюда. Мультики. Мультики. Чесак. Что же, по-моему, второй чесак за два рана. Мультики. Я не знаю, мне надо еще прокат лазаря или нет. Че я с лазаря получу, интерес? Что-то хорошее с него получу. Зато у меня вроде были не прям. У меня скорости было мало, да, по-моему, стартовой. Скорость будет выше. Тирейд вроде был нормальный стартовый. Или почти нормальный. Непонятно. Короче, пиши пока на босса сходим. А, да, было 2-2-8 тирейд, осуждаю. Значит, был хуёвый тирейд, получается. Тирейда будет больше, дэмэджа будет... Возможно, тоже больше, наверное. По-моему, будет больше, не, дэмэджа тоже. В общем, будет все больше, не, будет скорость тирейда, дэмэдж все будет выше. Если я лазаря пропну. Значит, по идее... Все, да, теперь 3-3-3-2-2. Из одной базы в другую базу перешли просто. А тут нож дают. Причем нож, который можно бесплатно забрать. Угу. Типа хп получается, я много не нафармлю, да? Я бы не хотел типа без хп-то идти. Ладно, короче, пока лазаря не буду пробовать, потом подумаю. Заберем нож бесплатный. Бесплатно. Хватай бесплатно. В принципе, уже не так все плохо. Такой рейнджа, по-моему, мало. Собаками учит. 10. Можно купить мутики. Можно таблетку не взять, потому что телепилс. Окей. Короче, ладно, куплю мутики. Бомбы тратить не буду, наверное, пока. Сходим в Кёрсу. Уф, отодвинул. Вовремя отодвинул. И, наверное, можно весь этаж пройти. По факту. С этим ножом. А, рейндж реально какой-то херовый. Но, в принципе, вроде особо не мешает играть. Мультики? Не, я их не буду ставить нахуя. Мультики это только для хп берется. У них нет больше никакого эффекта. Просто плюс хп дают. Плюс 2 хп. Меня байтят, да, все-таки хуйню прокнуть. Меня все-таки байтят. Может быть, я и поведусь. Может быть, я тогда и поведусь. Еще не бомба нужна. Спасибо. Дождь, съебись. Ну-ка. Ну-ка. Хрень, конечно, ну ладно. Ладно, давайте, короче, видимо, все же умирать. Все же умираем. Ну и ладно. Ну и ладно, ну и буду лазарем играть. Ну и пофиг. Так. Отсюда уходим, книжку нажмем уже на другом этаже. Хотя, в принципе, нужен ли мне девилайтом на старте этого этажа? Может быть, и не нужен. Не знаю. Наверное, пофиг. В принципе, ран уже пройден, поэтому... Пошли вообще в шахту сразу.
как бы ран на этом закончен вроде. Уж просто побежали заканчивать его. Галп. Ой, опять загалпил галп. Мощно, да? Мощно. Ну да, типа с ножом, не знаю, игру не пройти будет сложно. По крайней мере, на такую цель простую. Нож только на дерево нахеровый. Вот там не очень удобно играть. Там нож не всегда хорошо. Лол. Наверное, на этом. Кстати, вторая часть конжойнда. Так, чё тут? Жесть, я крутой, это правда. Это чистая правда. Я такой. Нихуя эти соники быстрые. Нифига они скоростные. Эх, нет полета. Печально. Блять! Страшный разлет. Так я пытался, буш. Я пытался найти паралич, но паралича не было. Ты же видел, я пытался. Просто не пошло. Найс, сундук. Осталось член шуме. Ничего не знаю, не пойду уже обратно. Вау. Даже не соя на нож. Жаль. И даже не... Ладно, планета нынче, кстати, пофиг. Планета нынче играбельна с ножом. Планета уже не интересна. А это тупик. Что? What the fuck? Это тупик. Почему это тупик? Кнопки. Да, секретки я знаю, мне уж просто поебать. Мне уже лень фармить. Чуть быстрее до конца этого раунда дойти уже. Гапи часть вроде пофиг. Хотя гапи работает, ну ладно. Это только первая часть гапи, поэтому такое себе. Кстати, дамаг зависит от ножа или как? Дамаг... Что? По-моему, наоборот. Должно быть маленько наоборот. Типа, нож от дэмэджа твоего зависит. Типа, чем больше дамаг, тем больше нож будет дамажить, очевидно. С дамагом он точно работает. А, он об камень бился, окей. Забавно. А это ж не работает, да, по-моему, на нож. Как звали, по-моему, не работает на нож. Причем кости работают, а бади нет. Хер знает почему. Но вот так это устроено. Мистика.
Так, кнопку я хотя бы одну нажимал? Одну, может быть, нажимал. Теперь, может быть, даже две. Да, две. Еще одна нужна. Это не она. Блять, я застрял. Ладно. Да, где третья кнопка, алё? А эта карта же открывает, да, наверное, двери мавзолей бесплатно. Скорее всего, открывает. Так что можно будет сэкономить на 5 часы. Часы гейминг. Что можно с собой взять сразу? А, ну пши босса убьем, потом уже пойдем нож собирать. Вау, Нигидуон. Два червя. Два этажа, два червя. Огонь. А этому еще надо ёбнуть. Еще раз. Какая? Это была бы вторая часть Гапи, серьезно? Это была бы вторая часть Гапи. Рул карта нихуя не делает, она просто типа игре учит. Как будто через подсказки странные. Она абсолютно бесполезна. Погнали. Поехали за ножом. Опять я пошел по живописному маршруту. Нет, эта карта еще дает расходники. Она может даже давать айтемы. Там рандомная выплата. Там есть эффект. Поэтому, если у тебя есть какая-нибудь кошка или какой-нибудь респаун, то это может быть даже полезно. В очень редких случаях. Но очень редко будет полезно. И там обычно появляются довольно паршивые в среднем. Ничего особо не дают интересного. Самая прикольная рума. Без ребусов. Просто камни обходить. Шикарно. Так, я так и не открою, да? Ну ладно. Тут полет нужно либо много. Лениво. На. Сюда. Раз нож, два нож. Полетели. Кек. Что такое рум, даже не помню. Интересно, рума. Хорошо, но нож, кстати, толком не работает в глаз. Не мешает играть. Просто халявный дэмэдж. Да, блять, умри. Бомба! Ну-ка. Собака. Здесь. Капец дамаджа. Я с книжки получил нож, мистер Янова. Как тебе такое?
по-моему, тоже вполне себе повышение характеристик получил. Повезло. Ты не поверишь, но боссы там тоже бывают хуёвые. Они тоже дают не всегда то, что тебе надо. Как бы... Увы. You can't always get what you want, как говорили умные люди. Что поделаешь? Здесь я там Рума не в жопе, я не хочу идти, блядь, и стаж фармить. Походу пойду. Блять. Да, блять, это еще ебаный залупинг. Подохни. Ты тоже. Он наш. Изекхард. Ну и ладно. Похуй. Блять, я не знаю. Похуй, блять, с ножом это, по-моему, неудобно будет. Ну ладно. Теперь может уебалом тыкаться. Ладно. Тот самый Эцикхард под блайндом в старые добрые времена. Жилека спасает. Как это задоджил? What the fuck? Как это задоджил? Безумие. Там такой миллиметраж был, по-моему, два раза. Офигеть. Такой айтем неудобный. Типа, знаешь, надо перемещать как-то. Типа вертеть им, ну это так нахуй не... Кстати, это было бы гапи, охуеть. Тут реально гапи можно было собрать. Прикол. Тут реально гапи можно было собрать. Тут собиралась гапи. Даже пытаться не буду в это нормально играть. Похуй мне, хп до хера и нож. Думаю, должен все быть в порядке. Ладно, больше блайнд не беру. Одного уже хватило в этом ране. Пока хватит. Не! Где-то, полагаю, уже здесь будут. Ага. Нихуя не хлыщут. Мощно. Не успел на бустер. Маленько не успел. Буквально несколько секунд не успел. Так, это хрень. Хрень. Открывайте. Нихуя ее запушил. Желехой своей. Неплохо, неплохо. По факту даже проще играть с этой картой, с ножом, по-моему. Просто их ебалом пушишь и все. Вообще не паришься. И вообще не паришься. Штаматри будет, наверное, похуже. Немного, наверное. И если будет босс плохой... Хотя не, если будет мошонка, то она умрет, по-моему, очень быстро. Она там долго не протянет с моим билдом. Я думаю, там атаки мы особо даже не увидим. Сейчас мошонка выпадет. Даже будет, наоборот, хорошо. Там даже, наоборот, будет лучший босс, наверное, который сейчас можем найти, наверное, здесь. На нож. Я туда не хочу идти, но, походу, придется. Похоже, придется туда идти. Не, можно не идти, я тут могу обойти. Еще можно пердеть сердцем. Тоже удобная механика. Не! Не! О, давай. Че, им пароль, может? Да ёпт.
брызг, а глаза, кстати, походу нихуя не отталкиваются. Неприятно. Неудобно. Привет, Яра. Спасибо за удачи в стрике. Мошонка. Эта муха все еще живая. Нет, не очень нравится. Трахнули. Слушай, трахнули. Ясно, понятно. Пошли за телепортом. Пам-пам-пам. Сердце смешно крутится тоже. Со мной вместе. Танцы. Darkness, кайф. Потом еще. Да! Это миллион. Нет! Нечестная рума. Нечестная рума! Как ее, блядь, проходить? Ебучая тролль-бомба огромная. Как ее доджить там? Пофиг. Ну, на матери, конечно, интрига, что будет на матери с этим ножом и этим картом. Прям интрига. Все ли будет там нормально? Ну, типа, она сам должна быстро, по идее, отвалиться. Блять, охуительная рум очередная, нахуй. Да как эту хуету, сука, переместить, блять? Ебаное управление говна. С ножом, блять, очень неудобно мансить. Где эти уебища? Сдохни, нахуй. Хуеплет ебаный, нахуй. Не, на 1 хп я точно не пройду эту хуйню. Мне надо сейчас с первой проходить. Я просто проебу этот стык. Скорее всего. Я не могу проходить. Эти румы это нахуй просто ебаное издевательство, нахуй, этот ебаный айтем. Кошка не поможет, на 1 хп это не проходит. Никак. Не с этим ебаным Айзекхартом это проходить на 1 хп. Надо сейчас проходить сразу. Не знаю, фармить еще 1 хп, но не стоит, похуй. Лучшие атаки сразу. Просто лучшие атаки. Самая ебаная нахуй атака из возможных. Этим сердцем. Эти ебаные висюки. Я в шоке, что только сейчас поебал получил. В шоке, что только сейчас поебу получил первый раз. Жесть. Самая уебанская атака. Типа это вроде похуй, да? Тут, по-моему, лестница хуевая атака, да? Наверное. Лестница хуёвая, да. Все остальное, по идее, плевать. Ну да, тут, в принципе. Ладно, на матери легкие атаки, на самом деле. Не особо сложные. Вот тут хз, что делать тоже. Проще так, на то, что похуй один раз поебу получил и успокоился. Типа бегаешь. И потом сердце просто... Да, окей. Ну окей, слушай, по-моему, проще, чем даже без сердца, по итогу. Даже проще, по-моему, чем без сердца. Часть атак дожится. Ну окей. Ладно.
111 ГГ.